Сопфорум, на мой взгляд, это та площадка, которая позволяет фокусно зайти в определенное направление обеспечения информационной безопасности. Насколько мы сейчас можем отвечать тем вызовам, которые перед нами стоят в реальной жизни в обеспечении информационной безопасности, а в том числе в организации кредитно-финансовой сферы. Да? И второй вопрос, что с точки зрения сообщества мы могли бы порекомендовать как регулятор для кредитно-финансовой сферы? Актуальность создания таких центров и их развитие, где они уже есть, резко повышается за счет того, что реалии жизни нам подсказывают резкое увеличение осознания как руководством организации, да, так и подразделением безопасности тех аспектов, которые сегодня очень широко проявляются. Все-таки мы стремимся в сторону интеграции всех сервисов в единый некий центр или какую-то службу.